Всем привет! С вами Алексей Гончаров. Хочу поделиться своим лайфхаком, как вот отмыть руки с помощью обычного простого мыла от мазуты. Вот кусочек мыла. Что надо делать, особенно если в дороге или вы где-то там ковырялись в машине, ничего моющего под рукой нет, но есть мыло. Если кто помнит, в Советском Союзе, да, я настолько уже не молодой, что помню, что было в Советском Союзе, была такая моющее средство, называлось Skydra 2. И это моющее средство состояло из какого-то моющего и абразива. И вот по аналогии я придумал такой метод, как отмывать руки от любой мазуты. Может, конечно, не совсем фотогенично получится, но, надеюсь, объясню. Короче, берем мыло и обычную воду. Сначала намыливаем руки. Кто, кстати, помнит, ставьте лайк. Так, хорошо намыливаем, просто намыливаем, чтобы руки были мыльные. Но просто мыло не отмоет, есть маленькая хитрость. Так, намылили. А теперь берем на дороге, где-то всегда есть пыль, берем эту пыль, песочек. Лучше, конечно, если попадется под руки песок или еще что-нибудь в таком духе. Я использую обычную пыль с дороги. И вот с этим абразивом получается мыло с песком, мыло с пылью превращается в такой моющий абразив мыльный, который отъедает любую мазуту. Сейчас попробую вам это продемонстрировать. Так, не знаю, конечно, сколько вам видно. Зажимаю бутылку между коленями в ногах. Так. Ну вот уже результат, думаю, вам видно. Так, если не получилось, повторяем процедуру второй раз. То есть берем, опять же, намыливаем. Сначала просто мылом. Так, кому не нравится мое дыхание, извиняйте, потому что я ремонтировал машину, вот, и поэтому захекался. Но поскольку после ремонта руки были такие грязнючие, то решил записать еще, поделиться своим опытом, как отмыть любую мазуту. Так, ну все, вот обычное мыло. Самое главное, не бросать мыло в песок. Если вы мыло бросите в песок, то мыло потом перестанет мылить. То есть мыло должно быть чистое. Так, ну может, конечно, не совсем фотогенично, зато, как говорится, дешево, надежно и практично. Так. Вот так. Все. Как вам результат? Ну, конечно, не как у хирурга, не стерильная. Но я думаю, разница есть. Ну, короче, как-то так. В общем, если результат вам понравился, как отмыть руки от любой мазуты, ставьте лайк, покажите видео друзьям, автомобилистам и всем остальным, кто не знает, как дороги отмыть руки. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И спасибо, что смотрели. С вами был Алексей Гончаров. До новых встреч. Пока-пока. Ездите с чистыми руками.